О, Роман, привет. Привет, привет, Алексей. Всем привет. С удовольствием буду прерываться. Если будете писать какие-то вопросы, буду отвечать прям по ходу. Не, ну плечи почему болят? От недостаточной степени готовности. А сначала, значит, надо просто больше отжиматься от пола. Отжимания глубокие делать. А на брусьях делать в пол амплитуды. Не сильно, а чуть-чуть. Вот, то есть амплитуду маленькую. У меня болит там, где самые слабее связки. То есть у кого-то плечи, у кого-то локти. Вот. А это от недостаточной степени готовности. Нельзя говорить, мое или не мое. Когда связки достаточно плотные, толстые, то проблем уже не возникает. Они уже нормально, вполне выдерживать будут. Как человек, который никогда не бегал и будет бежать в режиме на носочках 3-4 километра, у него заболят и голеностопы, и все, что только можно. Если человек хорошо подготовленный, он вам на цирлах пробежит на марафон и без проблем. Вот здесь то же самое. Просто подготовьте. И, конечно, когда болят сильно, не надо делать, надо всегда делать на здоровую. Через боль, вот типа оно болит, а вы через боль делаете, нет. Сначала надо, чтобы боль ушла, залечить, и потом только заниматься. Иначе микротравма, микронадрывы какие-то появятся, и потом уже возникнет какая-то хроническая патология. Вот ее лечить будет очень тяжело, она годами болеть будет. Поехали на второй круг.
11,5 килограмм.
На третий круг заходим, хотя на самом деле он уже пятый, и это третий круг в эфире.
Нет. Так как кругов несколько, то далеко нет. Даже не субмаксимальные. Отжимания вот у меня рекорд 75. Подтягивание 30 раз. Я подтягиваюсь по 12, отжимаюсь по 25. Но, правда, опять же, рекордные отжимания, подтягивания идут несколько в другом режиме. Они немножко быстрее идут с использованием эластичной упругости связок. А здесь делается более плавно, с отключкой, с мертвыми фазами, когда выключение происходит. Поэтому потяжелее немножко. Объясню почему. Если делать отказные, то уже на втором, на третьем кругу получится малое количество. И круги станут короткие. А круги должны быть длинные, если на жиросжигание работаешь. Вот. А иначе уже надо там с третьего круга что там по 6 подтягиваний делать. Это очень мало. Там больше на силу работа пойдет. А мне нужно больше на выносливость и на функционал. Ну вот, всего 5 кругов, в прямом эфире 3. Вот такая тренировка. Друзья, вам такая мотивашечка. Выкладывайте свои видосы. Будем лайкать друг друга. Пока.